Всем привет! Это полезные советы по зомби-режиму. В этом совете я вам подскажу, как сделать так, чтобы определенный зомби подходил к определенному окну, а другой зомби к следующему окну. Для начала, возле каждого окна у нас должен быть свой путь. Вот, к примеру, видите, как я расположил путь. Зомби может идти по одному пути или может идти по другому пути. По одному пути он идет к одному окну, по другому пути он идет к следующему окну. И перед каждым окном у нас есть свой познот. Вот этот вот познот или вот от этого пути познот. Что мы должны делать? В одном познотле мы должны сделать следующее. Выделить познот, нажать английскую букву N и написать следующее. Target name и название нашего окна. Название не окна, а любое название. К примеру, left window. И далее подпись goal, нижнее подчеркивание 1. Все. Чтобы зомби определенно подошел к этому окну, к этому познану, мы в этом зомби пишем следующее. Target left window goal 1. Все. Мы видим такую зеленую линию, которая тянется к этому познану. Для следующего познана мы делаем следующее. Пишем target name left window goal 2. И, соответственно, для другого зомби мы прописываем target left window goal 2. Так, все. Target left window goal 2. И у каждого из зомби есть самая главная прерогатива подходить к своему познону. Все. Спасибо за внимание.